над всем, что сегодня сказал Храм Акилов о дорогом для Яши и Хайдака. Я подписываюсь. То, что, будучи бухарским евреем, прожившим в Чахлисабзе, в Самарканде много лет, потом они уехали во Фрунзе. Вот там и началась его бурная жизнь. Если кого-то поймали взяткой, и нужно было помочь, это еврей был, бухарский еврей. Или киргиз. Они шли к дяде Яше. Он помогал. Если какая-то семья, муж и жена, двое детей поругались, они бежали к покойному дяде Яше. Кого-то надо было устроить в больницу. Человек болеет, лекарств нету. Бежали к дяде Яше. И вот эти все его добрые деяния, которые он делал, он никогда не говорил об этом. Никогда не вспоминал. Это вспоминают люди, вот кто с ним общался. Я с такими общался, и они говорили именно вот эти вот слова. Точно такие же и у него дети. И Миша такой же. Сережа такой же. Они тоже протягивают руку помощи всегда, в любой момент. Сколько раз я в больницу пришел, столько раз я увидел Терцару рядом с мужем. А это тяжело. Вы знаете, что такое дур-амо-боша, когда человеку делают диализ? Тяжело. Все электролиты организма диализ забирает. И хорошие, и плохие тоже. Я вот помню, что я приходил, он уже очень плохо себя чувствовал. Тейлин читал, Тецана тихонечко рядышком плакала, сидела. Эта семья для меня очень показательная. Дядя Яша не боялся менять что-то. Представляете, приехать в Америку, прожить здесь некоторое время, собраться с сыном и уехать в Израиль. Все продав при этом. В Израиле ничего нету, не готово, ни дома нет, ни квартиры нет. За год-полтора Бог дал и дом, и все, что надо. Опять решила семья, что надо поехать в Америку. Опять все бросили, нажитую жизнь в Израиле. Приехали сюда. Я ему говорю, дядя, так мы вот иногда беседовали. Почему вы хотите, чтобы похоронили вас через 120 лет? Увечали, говорит. Все мои родные там, говорит, похоронены. Я, говорит, должен похоронен быть на святой земле. Вот так он мне сказал. Я хочу сказать большое спасибо дочери, внучке Кирилла Обама.